Всем привет! Пришла весна, и это такое время, когда многие девушки задумываются над тем, чтобы кардинально изменить свой имидж, свой внешний вид, и из длинноволосых красавиц превращаются в красавиц с короткими стрижками. Если это о вас, то я хочу рассказать вам также о том, что вместе с изменением своего образа вы можете одновременно сделать и доброе дело, отправив свои отрезанные косы на благотворительность. Однажды, в 2015 году, я уже делала это. Тогда родился мой сын, ему было несколько месяцев. Мои длинные волосы были примерно по пояс. И я решила, почему нет, можно изменить свой внешний вид, сделать новую прическу и свою отрезанную косу длиной порядка 10 дюймов, на тот момент это примерно 30 сантиметров, я отправила в организацию, которая делает парики для детей, которые перенесли онкологические заболевания. И вот сегодня, 4 марта 2020 года, я снова готова это сделать. Около 5 лет понадобилось мне на то, чтобы снова отрастить волосы необходимой длины, а нужно от 8 до 12 дюймов. Именно такой длины волосы принимают организации, которые делают парики. И сегодня я буду прощаться со своими волосами, упакую их и отправлю в одну из тех организаций, которые я выбрала. Посмотрим, как это будет. Чтобы сделать выбор, куда пожертвовать свои волосы, достаточно набрать в Google Hair Donation, Калифорния, например, и вы получаете доступ сразу к нескольким полезным ресурсам, статьям, в которых уже давно все проанализировано, написано, рассказаны плюсы и минусы нескольких наиболее популярных организаций, которые занимаются изготовлением париков для взрослых, для детей. Там указаны все необходимые характеристики, которым должны соответствовать ваши волосы, их длина, способ упаковки, отправки. Все очень легко и просто. Я в этом году жертвую свои волосы уже второй раз в жизни. И на этот раз выбрала организацию, которая называется Children with Hair Loss. Вот их веб-сайт, на котором доступно, разъяснено все, что они делают, сколько пожертвований они уже получили, что вы можете сделать для них помимо пожертвования своих волос, как вы можете им помочь. Открывайте на сайте раздел Donate и получайте все необходимые инструкции, распечатываете форму, заполняете ее, вкладываете затем свою отрезанную косу в пакет, зиплок, и отправляете его по почте. Вот, собственно, и все. Вот как это получилось у меня. Вот так сегодня завершается мой день в новом, непривычном еще образе, с очень короткими, как для меня, волосами. Ищем вдохновение в собственных поступках, либо в книгах. Меня сегодня вдохновила девочка Мулан. Надеюсь, я кого-нибудь из вас смогла вдохновить.